Здравствуйте, друзья! На обзоре у нас будет вот такой альбомчик с медалями, посвященный 75-летию победы Великой Отечественной войны. Эти медали изготовлены из тампака и покрытые золотом. Ни шагу назад. Сталинградская битва. Освобождение Европы. Сама медаль, посвященная празднику. Юрий Левитан, как голос победы. Ну и флаг над Берлином. Очень интересные монеты. Обратная сторона у них вот так выглядит. Смотрятся они, конечно, шикарно. Здесь должна была быть золотая монета, но я ее не потянул. Так она должна была выглядеть. Она где-то стоила 15 тысяч, золото 500-й пробы. Но я купил вот такую и сюда ставил. Ну, тут про войну немного, историю. Описание к каждой медали идет. Медаль или жетон, кому как нравится. Ну, очень красиво. Такие вот у меня, друзья. Медали. Ну и тут кадры, фотографии военных времен. Ну как-то так, друзья. Всего вам доброго. Удачи, хорошего настроения. Пока.